Участники форума приехали со своими идеями. Они ждут, что форум поможет воплотить их в жизнь. Будь то кафе с игровой зоной или кузница, каждый готов упорно работать, чтобы сделать мечту реальностью. Хочу сделать кафе специально, чтобы было отведено для детей место. Как бы большую часть уделялось, чтобы детям. Я надеюсь, что мне помогут на этом мероприятии это организовать. Сам я кузнец и приехал сюда с проектом кузнечного дела. Хочу реализовать свой проект, свою кузницу, чтобы воплощать свои мечты в жизнь, доводить свое до ума и радовать людей. Первый проводник в мир бизнеса – Барри Алибасов. Успешный бизнес-тренер, человек, которого по праву называют главный стартапер России. Сразу после открытия Барри дал свой первый мастер-класс под названием «Мышление миллиардера». Я хотел донести ребятам, что главное – это мозги. Потому что многие из ребят пытаются найти золотой ключик вовне, какую-то бизнес-идею, какую-то бизнес-модель, какой-то инструмент рекламный или каких-то внешних людей, которые сделают им бизнес. Но открыв 15,5 тысяч стартапов силами других людей, я понимаю одну простую вещь, что для того, чтобы у вас появилась технология, человек, идея, которая начнет работать и приносить деньги, надо для этого подготовить свой мозг. После разминки для ума участники получают ценные советы от Барри Алибасова. Главный стартапер России считает, что для развития необходимо ежедневно уделять время, чтобы просто подумать. Ведь современный человек стремится сделать много дел за день, но совсем забывает думать и анализировать их. Барри уверяет, что не нужно бояться своих ошибок, а скорее любить их. Ведь это опыт, благодаря которому вы сможете развиваться. Ну и наконец, тренер советует уйти от оценочного решения, что хорошо, а что плохо, к увеличению количественных решений, по которым ты идешь. Я был очень удивлен и поражен тем, что здесь подавляющее большинство людей, которые находились в зале, а это более 300 человек, они все сидели, слушали, записывали, и у них горели глаза. Я очень удивлен, мне это безумно приятно, я уже с предвкушением жду завтрашнего мастер-класса, потому что у меня уже вот у самого сердца бьется, развивается с этим народом делиться следующим шагом.